Друзья, сегодня продолжение предыдущего ролика, где мы с Владимиром отправились на автобусе с нашего Катман до Данау. Нам нужно знать, сколько такая поездка занимает времени. И сейчас мы доехали до Данау и отправляемся пообедать. А пообедать мы сегодня решили в Джоллиби. По-моему, это самая распространенная и самая бюджетная сеть общественного питания на Филиппинах. Здесь можно весьма недорого перекусить. В основном здесь подают рис, жареную курицу, спагетти с подливкой, ну и, естественно, колу. Куда ж без этого на Филиппинах? Друзья, Ваня, всем подряд говорить, что сегодня в Джоллиби меню отсутствует курица. Но, казалось бы, как же так, ведь в Джоллиби жареная курица не разделена, но, тем не менее, сегодня это так. Ну и ладно, ведь жареная курица – это не главное, зачем сюда приходят. Давайте еще попробуем сегодня пообедать в Джоллиби без курицы. Thank you. На обед мы сегодня выбрали рис с подливкой из грибочков и мясные котлетки, суп-пюре из макарон с овощами и холодный чай. И обед нам обошелся на двоих в 300 песо. Thank you, bye! Определенно у этого католического храма в городке Данау есть своя история.
И я давно хотела съездить сюда и посмотреть этот храм внутри, снять его и, конечно же, рассказать все вам. На сегодня посещение этого католического храма не входило в наши планы. И мы зашли сюда мимоходом по дороге в один из молов Донау. И вдобавок, как вы видели, сегодня здесь идет какая-то католическая служба. И особо внутри церкви не походишь. Это будет, друзья, просто некультурно. Поэтому оставим ролик о этой церкви до следующего раза. Я думаю, друзья, в будущем у нас еще будет время, чтобы вернуться в этот старый католический храм и рассмотреть его более подробно.